Привет, меня зовут Вита, а это наша сумасшедшая семейка. В такие моменты мне казалось, что жизнь – это сплошное счастье. Но взрослым всегда чего-то не хватает. Папа, где мама? Наличие ребенка меня не пугает. Я ведь педагог. Собачий педагог. Ай, в туалет. Сидеть! Так, ну и это гостиная. Это наша квартира. Мы здесь живем. За квартиру платить надо вообще. Ну что там с деньгами? Ты же знаешь, что есть вариант. Какой? Корпа. Корпа. Че? Корпач? Корпара. Тип? Да. Нет. Вы семья или кто? Ты что, выпила, что ли? Пап, не тупи. Пошли жить. Мы играем только панк-рок. Ты будешь играть свой панк-рок? Просто в России он называется по-другому. Звучным французским словом шансон. Аванс наличкой. Продолжим дальше тратить деньги в шансонной мафии. Когда мама Виты ушла, было реально тяжело. Пап, ты чего? Я тебя не узнаю. Ты жал мое лицо, плоть не узнаешь. Возвращайся домой. И нам очень плохо без тебя. И я думаю, что тебе без нас тоже. Эту песню я посвящаю тебе. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама не вернется. Мы ей не нужны приметы. Еще как нужно. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. К нам скоро мама приедет. Мы больше никого не ищем. Заказывай такси и проваливай.